25 штатов США решили дистанцироваться и уйти от влияния федеральной системы. А как это произошло? Когда репрезентатив твоего штата Южной Каролины Стюарт Джонс называет маленькую девочку, 7-летнюю, которую 36 раз выгоняли из школы за то, что она не надевала маску, героем, в то же самое время федеральные леваки называют родителей Южной Каролины, которые ходили на митинги против масочных мандатов в защиту здоровья своих детей, называют их опасными индивидами и террористами, это что-то значит. Но enough is enough. Продвижение критической теории рас, развратного sex education, масочных мандатов и мандатов на укол достали в край. 25 штатов решили дистанцироваться школьное образование, школьные советы от Национальной ассоциации, а 10 полностью разорвать свое членство и влияние на школьную систему леваков. Эти штаты обозначены фиолетовым цветом. Вот она, замечательная Южная Каролина. Вот.